Приветствую вас. Я категорически не согласен с мнением коллеги о том, что девушка вами манипулирует, вот, потому что, ну, я не видел ничего, никакой манипуляции с ее стороны, по крайней мере, чисто так вот внешне, да. Внешне не похоже, что она вами манипулировала, может быть, какая-то манипуляция есть, но я не видел. Такое ощущение, что вы выбрали себе партнеров, с которыми вам было удобно, не которым вы питали какие-то чувства, вот, а выбрали себе партнеров, с которыми вам было удобно. Вот. Какое-то время вас это устраивало, какое-то время вам это нравилось, но после, после прошествия некоторого количества времени, вы стали понимать, да, что своих партнеров, условно говоря, вы переросли. Да, то есть девушка переросла своего партнера, и вы переросли своего партнера тоже. Вот. И основная проблема заключается в том, что и вы, и она отказываетесь это признать. Признать, что ваши текущие отношения, они закончились фактически. То есть вы можете тянуть их дальше, вы можете продолжать, значит, ну, как-то цепляться за них, вот, но по сути отношения ваши уже завершились. И в первую очередь вам нужно не девушку добиваться, потому что, понимаете, добиться девушки-то мало, добиться, удержать сложнее гораздо. Для того, чтобы удержать для того, чтобы удержать девушку, нужно нужно сперва завершить отношения предыдущих, знаете, ваши. Вот те, в которых вы сейчас находитесь. Вот. А вы их не завершили. То есть вы по-прежнему, по сути, вы по-прежнему находитесь в отношениях со своей девушкой. И именно поэтому на фоне вашей девушки, новая девушка вас привлекает. А вот что будет, если вы будете один, да? И готовы ли вы быть один? Тоже другой вопрос. Вот ваша подруга, да? Вот. Она не готова быть одна. Судя по всему. И ей, возможно, хочется быть с вами. Вот. Но она не готова для этого уйти от своего мужчины. То есть она не хочет быть одна. Это большая проблема. Вот. Для отношений, потому что фактически. А вы воспринимаете друг друга исключительно в сравнении. То есть по сравнению с вашими партнерами, да, новые партнеры лучше. Но лучше ли они вообще? Это большой вопрос. И чтобы убедиться в том, что вы не выбрали себе
партнера по удобству или по каким-то желаниям вашим, нужно сперва завершить отношения. Вот, это первое. То есть вам завершить отношения, вот. Необходимо. И говорить об этом девушку. Сказать, так, вот, я твоя девушка уж. Не ради, значит, ну, не ради типа, тебя, да, просто все. Вот. Потому что, ну, понял, что не хочу с ней быть. Вот. Это поступок. Это поступок, который девочка, она, ну, могла бы оценить ваш. Вот. И уже, как бы, на основании этого, да, на основании этого поступка, можно было бы говорить о том, что делать дальше. Вот. Тогда бы уже и выяснилось, что она манипулирует вами, не манипулирует вами. Вот. Напрягает меня то, что вы воспринимаете ее как, не знаю, как приз какой-то, да, то есть спрашиваете, как ее добиться, но девочка не приз, знаете, девочка это человек, и вот вы ей нравитесь, что она испытывает к вам симпатию, вот, это означает, что по сути вы ее уже добились. Но удержать ее вы не в состоянии, потому что она сама к этому не готова. И вот с этим вы уже ничего не сделаете. С тем, что она не готова, да, вот с этим вы не делаете ничего. Это невозможно. Просто невозможно. Вот. То есть здесь можно только посмотреть, да, вот вы пишете, она очень сильно понравилась. Чем понравилось, да, то есть вот что есть ваша симпатия, что составляет вашу симпатию, это первое. Второе, вы пишете, стоит ли сдаваться или нужно дальше бороться за нее. Вот, в тот же момент, потому что, как бы, ну, это вам решать, исключительно, понимаете, решать вам. Если вы ищете, как бы, у нас, да, совет, то мы не можем вам дать совет никаких, потому что психологи, ну, не дают совет вообще. Вот. Обязательно, как только вы уйдете от своей девушки, да, настоящей, которая отвечает, и побудьте какое-то время один, разберете с тем, что вам нужно от новой девушки, разберете свою симпатию, разберете, что вы чувствуете, и для чего вы хотите ее добиться. Вот как только это будет, сразу можно будет уже говорить о том, что вам делать дальше. Вы сами придете к этому решению, к этому пониманию. Вот так, вот так. Пока вы ведете себя в некоторой степени по-детски. Спрашивая у нас разрешение, то есть спрашивая у нас совет. Вот. И несколько примитивно воспринимаете отношения. Вот. Один из вопросов, который вам хочется задать, это вопрос, связанный с тем, если у вас с вашей текущей девушкой разные взгляды, если вы друг друга не понимаете, то почему же вы вместе тогда? Для чего? Зачем? Вот. И насколько новая девочка вам дорога,
что по факту вы даете ей понять, что она не единственная у вас. Вот. Ну и для себя тоже спросить, сколько вы для нее дороги, что она позволяет вам быть не единственным в ее жизни. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.